Приятно быть с вами. Тебе тоже. Всем привет! Рада приветствовать на своем канале. У нас сегодня суши, так как вы в начале видео видели, я там чуть-чуть сняла. И мы палочками не едим. Мы не умеем, да? Не умеем. Вот, заказали... Вань, какие заказали мы? Я, честно, точно не знаю, как они все называются. Так и я не знаю, как все называются. Ну, просто... Я знаю, что это запеченные, это самые вкусные суши. Они мне тоже нравятся. Это суши или роллы, что это такое? Ну, да, по-моему, роллы и суши, это одно и то же самое. А, одно и то же самое. Вот здесь мы заказываем. Очень быстро привезли, да, в этот раз. Я их не люблю, но так как дети любят, поэтому заказали. А, и положили соус нам, так, и Катя разбавляет вот таким еще соусом. Катя разбавляет. Ты разбавляешь? Нет. Нет, Ваня не разбавляет. Давайте приступим. Давай, двигай мне эти суши. Я только запеченные ем. Сейчас. Надо. Нет, они, ну, мне тоже очень нравятся. Так вот, так, давай вот эту убери к себе, соус ищи. А ты что, вот так, видишь? Вот так. Ты что, тень? Так, мы палочками не едим, мы едим этими вилками. Васаби мы тоже не едим. Это что такое, Вань? Это имбирь. О, имбирь я тоже не ем. Ну там смотри какой, там же есть красный, получается. Так, у нас дети выходят. Всем приятного аппетита, кто кушает. Кто кушает. Спасибо. Кто не кушает, кто хочет кушать. Давай. Есть же такие, что хотят кушать. На, у тебя типа тарелка будет. Ну ладно. У нас сегодня все одноразовое. Они супер вкусные, вот эти запеченные. Угу. Я вообще не любитель. Вообще не любитель. Что такое? Вот это меня, я не люблю то, что когда вилкой ты так ешь. Так на палочку. Прекрасно. У Вани такая прическа. Ване надо идти стричься, потому что у нас в понедельник в школу. У нас закончился локдаун или карантин, я не знаю, как это правильно называется, но нам надо идти в школу. И надо сделать Ване прическу. Между прочим, сегодня, может, поедем. Нормальная прическа. Нет, у тебя... У тебя ненормальная прическа. Ты хочешь школу? Отчасти. Отчасти это как? Это сейчас? Смотря по каким урокам и какие будут по урокам темы. Мы заказали суши эти, да? Ну еще Катя тоже заказывала. Мы предложили с ней сесть. У нас этот стол раздвигается. И мы говорим, Катя, садись с нами. Но Катя, по-моему, отказалась. Это ж Катя. А, ну, Катя отказалась, да. Так что... Катя сама никак не хочет сниматься, она у нас стеснительная девочка, видно. Но она сегодня собирается ехать гулять. О, ты что, Ваня, тарелка упала? Вот. Да блин. Короче, мы не едаки суши. Ой. Это все капец. Нет, не вот эти. Самые вкусные. Да, но... Мне больше нравится их есть без соуса своего. Так что в школу мы идем. Да. Не хочется идти, но пойдем. Были они у нас 3 недели, да? Что? Ну, на карантине 3 недели были, да? 2. По-моему. Две? Да, точно. А, может, 3, да. У нас были онлайн-уроки. Я забыла лампу включить. Снимаем без лампы. Ну, и свет всё. Есть. Да. Сейчас включим. Чтоб светлее было. Мам, аккуратно. Ну, ты сейчас... Нет, я ж не влезла. А та, вот это сюда имею в виду. Не, ничего. Не влезла. Ральф хочет суши. Ральф, хочешь имбирь? Не, мне вот я с рыбой сверху вообще не нравится. Да-да? Да, нет, с рыбой. Да, они мне тоже не понравились. Да? Такие какие-то они... Ну, не такие какие-то. По вкусу они почти безвкусные. Как авокадо. Ваня предложил. Да? А я на вечер хочу приготовить суп.
рыбный и со сливками. Как круто. Ваня у нас рыбу не ест, и, в принципе, и дочка тоже рыбу не ест. Но вот рыбу вот в сушах, да, они едят. Салат, если где-то рыбный. Не, ну, тут смотря... Сейчас. Смотри, тут просто как суши, ты там прям рыбу полностью не чувствуешь. Ну, как это? Смотри. Вот даже вот мы сейчас видим, смотри. Угу. Огурец, там всякие еще наполнители. А там, ты когда ты ешь рыбу, это ж просто рыба. А, так тебе надо типа суп варить. Я суп варю, там картошка и... Там... От самого бульона вкус рыбы. Не знаю, какие у нас самые вкусные суши. Ну, Катя вот часто заказывает вот эти... Суши-мастер. А, это суши-мастер, да. Ну, у меня есть еще с васаби. Васаби что? Васаби. Не, это у нас... Катя ест. А, Катя ест. Мы еще папе оставим, потому что мы это не сидим. Вообще не сидим. Давай. Ну вот это я уже доедать не буду. Вот эти. Ваня мне говорит, давай закажем суши. А я говорю, я не хочу. А так итоге... видео снимем. Нет, подожди, подожди, я сегодня я тебе просто предложил. Сегодня, вчера? Я тебе еще позавчера предложил. Угу. В среду ты сказала, хорошо, да, если хочешь, мы закажем в пятницу, закажем. А сегодня я тебе просто предложил. Ты сказала, что ты не хочешь, значит логично, что? Что снять видео. Нет, не хочешь. А ты не умеешь пользоваться этими палочками? Дай попробую. Так их надо, по-моему, тереть одну, ну, открывать их надо, как-то там стрелять. Короче, мы ничего не умеем этого делать. Да? Сейчас. Попробовать надо. Тут пока. Не умеем. Вот, так что мы выходим в школу. Конечно, я довольна, в принципе, что Ваня будет ходить в школу не онлайн, а так заниматься. Все-таки ему, мне кажется, дается учеба. Ну, лучше. И дочка у меня обрадовалась, говорит, о, я буду сама дома. Их надо тереть как-то вот так. Между одну. Надо. Спроси у Кати. Там одна одну, почитай инструкцию. Но, возьми так... одну палочку, возьми в руку, я изображена на малюнку. Возьми другую палочку, так не буду затормаживать, Миш. Короче, я вообще... Я натормаю, Миш, чьим-чьим-чьим-ось. Да и далее. Возьми другую палочку, сейчас. У нас такой мукбанг интересный, да? Казивный и средний палец. Я не знаю, что вот молодежь очень любит суши, эти роллы. Это вкусно. А, это вкусно? Ну, ты сейчас ешь? Если бы не было, я бы не ела. Какая разница? А вот запеченные привозят тепленькие. И мне это нравится. Что их привозят теплыми. Ну смотри, сейчас попробую. Ваня, смотри, не опозорься на камеру. А смотри, какие я могу палочками есть. Ну мы не умеем. Их надо вот так вот как-то, вот так вот как-то держать. И Катя с нас смеется. А Катя тоже не умеет вроде. Катя ест палочками. Сейчас их надо разломать просто. Бери вот, запрещенно. Так а ты? Я не буду там. Я уже наелась. Сейчас. Сейчас будем заканчивать наш мукбанг. Ваня съест. Может, возьми и на... О-о-о-о, сейчас. О! Ура! У Вани получилось. Я понял, надо так держать. Да? Молодец, Ваня. И теперь этого давай. Этого имбиря. Не вкусный. Ну, может, вкусный, но он горький, как я слышала. Напишите, любите вы суши или роллы. Я не знаю, чем отличаются суши и роллы. Это одно и то же самое, по-моему. Нет. Да.
Вот это суши или это роллы? Это, ну, это суши все. А, это все суши. А роллы это не может, роллы это когда без вот этой рисовой начинки может. Мы сейчас у Кати поинтересуемся. Ну, молодежь вот часто заказывают и любит заказывать. Мы особо с вами, ну, любим, но мы едим вилками. Раз в 3 месяца. Да, раз в 3 месяца. Больше, может даже. Нет, раз в 3 месяца. Хиба больше, да? Ну, раньше мы их вообще не ели. Да, раньше вообще не ели. А сейчас едим. Ну, сейчас вот много вот фастфудов, суши, роллы, пиццы, хот-доги, шаурма и... Шаурма не считается домом? Нет, этим фастфудом типа. Ну, смотри. Макдональдс. Нет, смотри, фастфуд по логике, это считается быстрая еда. То есть быстрого приготовления, ну, и ты ее быстро ешь. Суши, да. Мы тоже быстро вот сели. Пиццу ты тоже быстро ешь. Но шаурму, я думаю, ты не так быстро вот так вот, как в бургере. Ты же его не берешь так вот? А, или как картошку фри? Может быть. Так что вот так. Вот такой быстрый, короткий был у нас мукбанг. Быстрый перекус. Неожиданный перекус. Я пришла с работы, и мне поставили в известность. Мама, все, заказываем. Да, вчера мы оговаривали этот вопрос, но... Сегодня Ваня нас решил побаловать, нас угостил, сам угостил нас. Он, конечно, сейчас, наверное, молодежь копит какую-то денежку себе. И потом Ваня иногда говорит, ну давайте, я вас угощу. Да, Ваня? Да. У меня даже денег почти не осталось. Не осталось? Ну ничего. Скоро будут праздники, я думаю, у тебя появятся деньги. Так что... Потом, нет, вообще уже бабушка ждала. Ну, так это ж только бабушка дала. Ну, так это, наверное, бабушка с дедушкой вместе давали. Да, так еще будут одна бабушка с дедушкой давать. Еще, у нас же много родственников. Ну, я знаю. Но Лиза же мне же подарит по-любому рисунок. А, ну так, ну, ничего страшного, рисунок это тоже... Не, я понимаю, но... Не, это тоже... Ну ладно, тогда мы тебя в следующий раз будем угощать. Так что так. Спасибо, кто был с нами на таком быстром, легком мукбанге. Это был такой импровизированный, скажем так, мукбанг. А как это импровизированный? Ну, типа... Это быстро. Не, я знаю, что... Быстро решение. Не, я знаю, что такое импровизация. Это когда ты делаешь что-то ненамеренно. Когда ты не знаешь, что ты делаешь. Ну, просто у тебя нет... Например, вот ты... Да, я, допустим, сейчас хотела делать... Ага, извиняй. Я... Ну, давай. Например, ты там хочешь пойти... ну, объяснить тактику, там, например, у тебя команда в футболе, ты тренер, хочешь объяснить тактику, а ты приходишь, у тебя ничего нет, ты пытаешься импровизировать, то есть показываешь на ходу все делаешь. Ага. Я вообще хотела делать пирог, а Ваня заказал, говорит, суши, ну давай снимем, ну давай. И у нас получилось... Ты предложила. Снять? Да. Нет, сначала же ты предложила, потом я сказала нет, а ты говоришь, ну, а потом я уже предложила. Сначала ты изначально предложила, а потом я уже. Так что вот такой у нас был мукбанг. Кто суши кушает, всем приятного аппетита. Кто любит суши, роллы, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. Ну все? Что ты будешь, доедать что-то или нет? Я вот это точно не буду есть. Я ел еще помидор. Да, помидор-то. Я не понимаю, как можно есть суши с помидором? Ну не знаю. Это же не вкусно. Я вот эту рыбу буду скушать, кстати.